Друзья, всем привет! Игорь Крутой, как обычно, поделился прекрасными новостями. Продолжается нескончаемая новогодняя съемочная эпопея. И, ложась уставшим спать, думаю, хватит уже сниматься, тебе же, мягко говоря, уже не 30 лет. Но, проснувшись с утра и став на беговую дорожку, в башке совсем другое. Пока зовут, ты востребован и надо идти сниматься. Вот такой у меня конец ноября и весь декабрь. И слава богу, что это так. На сей раз я приглашен в жюри на съемки семейного шоу Первого канала «Две звезды». Узнав, с кем я буду восседать за одним столом, страшно обрадовался. Три Деда Мороза – Лев Лещенко, Михаил Боярский и Игорь Крутой. И одна прелестная Снегурочка Аида Гарифуллина. О такой компании можно только мечтать, что я и делал, невзирая на то, что съемочный процесс занял целых 5 часов. Нам было всем весело и легко, особенно когда выключались камеры, шла подготовка к очередному эпизоду, а мы общались. Что получилось в этот вечер, вы, мои дорогие подписчики, сможете наблюдать уже в новом 2022 году, 1 января, 18:00 на Первом. До встречи! Батя, Ида. Это я. Это, да, конечно, вас не узнать. Миш, рад тебя видеть. Здравствуйте, мы стилисты, Аида. А? Мы стилисты, Аида. Вы стилисты? Да. И я. Зачем так много? Вот смотрите, мы с друг другом. Я охранник. Чтобы можно было убежать отсюда. Когда много стилистов, это проблема всегда. Сегодня мы открываем новый цикл передач для тех, кто спит. Спите и слушайте.